Быстренько покажу вам еще одну квартиру, которую вы можете снимать, и начну с террасы, потому что начинаются сумерки и скоро будет темнеть. Хотя вы можете слышать, как прекрасно поют птицы вот здесь, в этих деревьях, которые будут вот нам делать вот здесь тень. А здесь у нас где-то там был закат солнца, да? Сама терраса вот такая вот, не маленькая. Открывается вот здесь, туда тоже у нас открываются окна, что создает прекрасное пространство нашей такой гостиной, которая совмещена вместе с кухней. Здесь у нас обеденный стол. Кухня у нас полностью оборудованная, от слова совсем. Вот, все встроенное, да, хорошая фурнитура, хорошие доводчики, да, с таким плавным закрытием. Ну и полностью у нас все здесь есть в комплекте. Посмотрите, что даже, я бы сказал, неплохие наборы инструментов. Так, конечно же, многие спрашивают, есть ли у нас посудомоечная машина. Да, она есть. Наборчики ножей здесь все у нас в комплекте. Холодильник встроенный, все есть, морозильная камера. Внизу вообще, если говорить о кухне, то кухня полностью оборудована. Полностью у нас здесь все есть. Если вы хотите приехать, то вам вообще ничего с собой, кроме зубной щетки, не надо. Также немаловажным является то, что в этой квартире есть кондиционер. Кто любит прохладу, пожалуйста, вот здесь вам жарко не будет летом. В коридоре у нас огромный шкаф. Он действительно большой. Как мне сказал один человек, который пришел сюда, говорит, японцы в таких шкафах живут. Действительно видел видео, где в таких вот ячейках живут там в Японии. Здесь очень много места, очень много ячеек. Вот, все новенькое. Вообще, эта квартира только 5 месяцев как сдавалась. Здесь шкафчики дополнительные, тут удобненько переобуться. Тут у нас дверь в нашу тоже немаленькую ванную комнату, где тоже сделан ремонт. Ремонт в стиле лофт. Это декорации. Декорация. Это не бетон, который вот оставили, это именно имитация такого ремонта, потому что на самом деле здесь не бетонная стена. Вот, стиральная машина, полностью все здесь на месте. Душевая кабина современная. Кто такие любит, кто не любит, можете написать в комментариях. И я покажу вам уже, конечно же, саму спальню. Ну, вот коридор. Смотрите, сколько много здесь зеркал, да? Вот прям вообще весь рост. С этой стороны тоже. И с этой стороны у нас такие вот шкафчики сделанные для обуви. Такие у нас тут есть аксессуары. Место для ключей. Домофон с видео просмотром. Кто к вам пришел? Система отопление, которое контролируется у нас с помощью вот дистанционного управления. Ну и покажу вам саму спальню, потому что спальня у нас просторная, светлая, свежая, большая кровать. Здесь у нас шкаф. Сама кровать у нас. Кровать у нас с системой, где вы можете прятать там свои вещи. Опустим это вниз. Вот. Жалюзи, если вы не хотите много света, хотите ночью поспать, пожалуйста, вы можете это все закрыть. Значит, современный паркинг в виде платформ подъемных. Ваше место здесь. Так, и вот машинка у нас опускается. То есть вот эти машинки у нас опускаются ниже. Она опустится на этот уровень, и можно выехать. Ну, когда, если надо выехать второму этажу. Жить на первом этаже удобнее, потому что вы всегда имеете к нему доступ. Такой вот современный паркинг. Из самого паркинга у нас едет лифт прямо к нашей квартире. Кто хотел бы жить в этой квартире,
свяжитесь со мной, я приеду и покажу вам эти апартаменты, потому что это жилье класса премиум. Здесь хороший уровень ремонта, здесь полностью все оборудовано. Вот. Здесь хороший комфорт, высокие, кстати, потолки. Да, и я думаю, вам здесь будет очень комфортно. Так что жду вас сначала в комментариях, потом на телефонных звонках, ну и до встречи на просмотрах.